Настоящий педагог никогда не скажет, что он все знает. Он сам должен постоянно учиться и совершенствовать свои навыки, повышать мастерство. Важен и подход к подаче информации на уроке. Школьников надо заинтересовать и заставить размышлять, а не просто слушать материал. Проблема обучения – это прежде всего проблема психологии общения. Федеральные государственные образовательные стандарты задают ориентир на личностное развитие обучающихся. Помочь ученику в этом должен педагог. 10 наставников, которые решили участвовать в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», пожалуй, соответствуют всем требованиям. На суд жюри они представили медиа-визитку, самопрезентацию и продемонстрировали свои методики преподавания в методической мастерской. Я вам желаю, чтобы вы сконцентрировались, приложили максимум стараний, усилий, своего мастерства. Участники показали свое понимание миссии педагога в современном мире, смысл педагогической деятельности, раскрыли собственные педагогические принципы и подходы к образованию. Цель конкурса – это выявление лучших учителей, их поддержка и поощрение. По результатам 3 испытаний очно-заочного тура объявлены 6 финалистов. Каждый из них уже начал готовиться ко второму, финальному туру конкурса, который пройдет с 17 по 31 января. Педагоги должны будут провести урок в незнакомом классе, но при этом тема должна соответствовать программе обучения. После этого испытания будут объявлены 3 лауреата, один из которых станет победителем и будет представлять Балаковский район на областном этапе конкурса.